Иерусалим – столица Израиля. Численность населения Иерусалима на начало 2020 года – около 1 миллиона человек. 23 января 1950 года израильский парламент провозгласил Иерусалим столицей государства Израиль. Иерусалим. Ключевые периоды в истории. 13-12 века до нашей эры. Израильтяне вошли и обосновались на земле обетованной. Около 1020 года до нашей эры. Основание Израильского царства. Первый царь Саул. Около 1000 года до нашей эры. Захват Иерусалима Давидом и перенос столицы в Иерусалим. Около 960 года до нашей эры. Царь Соломон возводит в Иерусалиме первый храм. Сердце национальной и духовной жизни еврейского народа. Около 930 года до нашей эры. После разделения столицей Северного царства стала Самария Южного Иерусалим. 722 год до нашей эры. Осада Самарии. Столица Израильского царства. Ее захват и изгнание 10 колен Израилевых. 586 год до нашей эры. Покорение Иудеи вавилонянами. Разрушение Иерусалима и первого храма. Изгнание иудеев в Вавилонию. 538 год до нашей эры. Завоевание Вавилона персами и указ Кира. Изгнанники имеют право вернуться на родину и отстроить храм. Многие евреи возвращаются в Иерусалим. 516-515 годы до нашей эры. Завершение строительства и освящение второго храма в Иерусалиме. 332 год до нашей эры. Захват Израильского царства Александром Македонским и начало эллинизации. 167 год до нашей эры. Восстание Маккавеев против ограничений на исполнение обряда иудаизма и осквернение храма. 164 год до нашей эры. Освящение второго храма. Праздник Ханука. 140 год до нашей эры. Провозглашение независимости Иудеи. Шимон бен Матитьяху основывает Хасмонейскую династию. 63 год до нашей эры. Захват Израиля Помпеем и начало римского правления. 20 год до нашей эры. Назначенный римлянами царь Ирод начинает перестраивать храм в Иерусалиме. 30 года нашей эры. Распятие Иисуса Христа. 66 год нашей эры. Евреи поднимают восстание против римлян. 70 год нашей эры. Разрушение Иерусалима и второго храма. 132-135 годы. Восстание Бар-Кохбы против римлян. 313-636 годы. Византийское правление. 636-1099 годы. Арабское правление. 1099-1291 годы. Правление крестоносцев. 1291-1516 годы. Правление мамлюков.
1517-1917 годы. Османская империя. 1918-48 годы. Британский мандат. 1948 год. Конец британского мандата и провозглашение государства Израиль. 1967 год. Шестидневная война. 1967 года в результате шестидневной войны Израиль стал контролировать всю территорию города, как Западный Иерусалим, так и Восточный. В 1980 году израильский парламент провозгласил Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля. 1967. Статус Иерусалима остается одной из центральных тем палестино-израильского конфликта до сих пор.